Горные вершины и пустыни, реки и океаны, увидеть величие и необычайную красоту нашей планеты, запечатленные на камеру с высоты, превышающей 400 километров, можно в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Здесь открылась фотовыставка летчика-космонавта, героя России, члена Союза художников Подмосковья и почетного члена Российской академии художеств Федора Юрчихина. Название экспозиции «Наш дом – Земля» говорит о многом. Люди, давайте беречь ее, а не разрушать. Вот насколько она прекрасна, Юрий Алексеевич Гагарин сказал, вот эти знаменитые исторические слова, и каждый из нас их повторяет, потому что он видит, что она действительно прекрасна. Знание техники наложилось на то, что я мечтал о полетах в космос с детства. Все, что я увидел, это я всем мальчишкам говорю, мечтайте. И когда вы увидите планету сверху, вы поймете, что вы на правильном пути. Его детская мечта осуществилась. Федор Юрчихин совершил 9 выходов в открытый космос. Выставочную же деятельность летчик-космонавт ведет с 2008 года, и началась она именно в Щелкове. В фонде художественной галереи и сегодня хранятся уникальные фотоснимки с орбиты. А в год 60-летия первого полета человека в космос руководство галереи и сам автор решили провести выставку на новой площадке, которой и стал театрально-концертный центр. Эти фотографии очень интересны. Они интересны, прежде всего, художественной стороной. Поэтому это очень-очень хорошее произведение искусства. Вы, наверное, все помните 12 апреля 1961 года. Это первый полет человека в космос. И уже в преддверии этих событий мы решили сегодня отметить это открытием выставки. Я хочу вам вручить нашу именно изобретенную здесь плашку с названием «За усердный труд во славу искусства России». В день открытия экспозиции ценители искусства и эстетики астрофотографии смогли задать свои вопросы автору выставки, человеку, который покидал Землю 5 раз. Федор Юрчихин признается, ни один снимок до конца не может передать всей красоты планеты и тех ощущений, что испытываешь, находясь на орбите. Однако его работы словно призывают почувствовать любовь к общему дому, планете, которую нужно беречь. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.